Да, наконец-то. Наконец-то суета московская поутихла. Мы прибыли на ВДНХ. Всем привет, кстати. Меня Илья зовут. Кто не знал. Сегодня будем пробовать диджея в городских условиях. Я, в принципе, уже пару раз летал на диджея. В те времена, когда он поддерживал только 25 мегабит в секунду, картинка сыпалась. И вот восторженный Иван, когда прошился на 50, сказал: все, пацаны, время переходить на диджея. Вы динозавры. Если, говорит, вы на диджея не купите, я с вами общаться перестану. Вот локация. Очень красиво ночью вот это светит. Купол. Вот тот купол. Там вверху скальзываешь по куполу, делаешь реверсный яу, и потом вот между гербами так вон оттуда вылетаешь. Очень красиво. На следующий раз. Если ты тут диверку не найдешь, то никто не поверит. А я запишу на диверку, на диджей, даже если он там останется. Так, съемок записать. Сказать о нем пару слов. Что это такое? А, мясная промышленность. Мясная промышленность. Летали вот с этих лавочек. Не мы, какие-то ребята. Да-да-да, какие-то ребята. Показали нам картинку. То есть спокойно можно вот здесь, наверное, сколько метров? 70, наверное. Ну, до 100 метров. Ой, о. Вот мясная промышленность. Сейчас надо будет нарезочку ставить. И такой... Короче, выгнали нас с первой локации, где мы были. Пришел охранник. Говорит, нельзя, тут меня наругают. Сейчас идем в другую. По поводу дрона. Меня после покупки DJI, сами понимаете, дело дорогое, финансы поют романс. Поэтому я собрал HD дрон с Vista, 3-дюймовый, по цене $170. А кто не в курсе, это цена обычного квадрокоптера без DJI. Это все благодаря тому, что я использовал самое дешевое барахло, которое есть. Вот. Что случилось? Ну там рядом. Самое дешевое барахло. Полетник из разряда No Name. Но по описанию там, короче, два внутренних бэка, один на 9, другой на 5. Куча входов, портов. Вообще самый навороченный Black Box там на 8 мегабайт. Моторчики взял Russian Power 1207 на 5000 кВ. Видео это Cadex Vixta. И рама клон Massive Droner, который у нас 2018 года выпуска. Ну, как ожидалось, первый полет был
воздух сразу. Чуть все на первой батарейке не закончилось. Но благодаря доктору Пит. Доктор Пит вам помог. Вот он, доктор Пит. Доктор Пит. Говоря доктору Пида, быстренько подкрутили. Чуть Пит, конечно, доктор звучит. Самым лучшим образом. Подкрутили. Походу, все-таки шумноватая рама попалась. Хреновенькая. И решил... Лучами, ты прав. Да. Фиговый клон, короче, дрона. Massive дронера. Но, тем не менее, повысили фильтры. И оно полетело. Задрали фильтры. И оно более-менее полетело. Можно сказать, что даже более-менее полетело-то. Удалось там подайвить, полупить. Но в основном, конечно, диджеям уже такое прям тяга дайвить, фристайли, там что-то прочей фигней заниматься пропадает. Хочется уже летать, наслаждаться картинкой. Короче, идем сейчас на вторую локацию. За дом кино, или как, музей кино. Охранник сказал, что там никого нету, по секрету. Идите туда, ребята. И, короче, идем сейчас. Сейчас какую-нибудь ставочку оттуда сделаю, если удастся полетать. Блин, круто. До этого летаешь обычно там, где летаешь на аналоге. Ну, то есть в лесу, с деревьями. Здесь много зданий, много деревьев, много всяких строений. За здание можно залететь. И, блин, он залетает и ничего не пропадает. Я в восторге. Картинка не портится. Картинка не портится, не сыпется. Вот. Ну, возникают задержки, но это как-то связано, когда мы вдвоем включались, что-то подтормаживало. Ну, вот, а так... Прикольно. Насчет полетать на ВВЦ. Много охраны, особенно сегодня. Потому что все вылезли убирать первый снег. Это очень интересное занятие. Вот. И, видимо, чтобы никто никуда не убежал, никто ничего не спер, вывели всю охрану. Со всеми машинами, со всеми причиндалами. Поэтому, наверное, когда выпадет снег, с утра в субботу не самое лучшее время летать на ВВЦ. Соблюдайте законы авиационно-воздушного кодекса. Летайте в установленных, отведенных местах. И какие мы, надо сказать, какие мы форматы использовали. Квадрокоптер ФРАС, это был формат до 150 грамм. До 150 грамм. Если подходит охранник, просит вас собраться и уйти, соберитесь, уйдите, не надо с ним спорить. Вот. Иначе нашего брата здесь начнут гонять. Ну, короче, спустя полтора месяца наконец-то мне удалось протестить DJI. Сразу же, в чем плюс, я сразу включил 50 мегабит в секунду. Это, ребята, фантастика. То, что мы в прошлый раз летали тут с воротами на аналоге, все дико помешало. В пределах одной площадки только можно было летать. Чуть куда вылетаешь, сразу все сыпется. Нет, сыпется это про DJI. Не сыпется, а все в помехах. А тут попробовал DJI. Залетал вообще сразу во все места, между деревьев, между веточек, все видно. Тихо.
никто. Ваня настолько суров, что будет летать сразу на трех. Да! Пока он дойдет, пока мы ему расскажем, что это дрон, что он летает. Летает далеко. Не, не далеко. Не снимает. Не снимает ничего. Очень легкий, но он правда легкий. Сколько? Вот этот дрон весит 70 грамм. Даже если он кому-то упадет на голову, он не сделает больно. Ну, немножко обидно будет. Тихо, не пали нас. Че? Ты че палишь? Доктор Пит нам поможет. Здание. Конечно, блин, просто поражен качеством картинки, дальнобойностью картинки. Летали на ВВЦ 8 баточек по 8. Ну, в общем, я, конечно, впечатлен возможностями DJI. Иван попробовал один раз включить аналоговый дрон. И смотреть было туда как минимум трудно в эту картинку. Как бы после HD сразу аналог включать не очень. Вот, но, конечно, аналог по плавности ничего не побьет. Если хотите летать очень быстро, быстро крутиться, вертеться, то, конечно, аналог тут силен. Это факт. Но картинка. Вот. Картинка, конечно, паршивая. Паршивая. Ну как паршивая, блин, они столько лет летали, прям уж такая аж паршивая, не скажешь. А все, все относительно. Мозг привыкает ко всему. Одень сейчас какой-то EV-чайн, самый простой первый аналог,
И летай только на нем месяц, и будет вообще тебе нормально. Это философия. В общем, ребята, я крайне рекомендую всем DJI. На всякий случай оставлю... Ой, чуть не упал. Компоненты своего бомж трехдюймовки. Сами видели, как она летает. Конечно, не фонтан, но как какой-то переходной вариант очень даже ничего. Ну все, мы вышли в люди, превратились в обычных людей. И все поехали по своим заботам. Всем пока.